was born like this, is born like this. Immaculate conception, I transform like this, perform like this. What else you a new weapon? I don't contemplate, I meditate. Then off your head. This that put the kids to bed. This that I got. Всем привет, ребята! Сегодня у нас не будет так, как в прошлых выпусках, где мы в течение ролика выделяем какие-то моменты, потому что ролик и так перегружен информацией и без этого. В конце третьего выпуска я вам показал небольшой отрезок собрания администрации наборной, где мы заподозрили человека в том, что он крысит. Вроде бы похоже на 20-ю часть проверки, но нет, ребята, разочарую, это не она, потому что проверкой занимался-то толком и не я, а другие администраторы наборной, которые заприметили этого человека еще недели три назад. Поэтому первую часть этого ролика я целиком и полностью посвящу тому, как мы сидели на собрании админов и как мы пришли к тому, что у нас в админ составе крыса. Но это для тех, кто не понимает, что происходит и почему отлетели конкретные люди. Ну а потом уже после этого мы с вами немножечко поиграем. Играл я, кстати говоря, на нашем сервере Беброград. IP находится в описании, промокод на донат тоже будет в описании, Discord с вашими предложениями тоже в описании. Приятного просмотра. Поздоровайся с коллективом. Подожди, я заявление хочу сделать ответ. Да, ты уже красный, что ли? Ты заяву насчет ответ. Пиво понижен до оператора, до донатного модератора. У него 2 выговора будет из 3. У тебя задача за неделю набить 10 норм, чтобы опять вернуться на админку. А это не так сложно. Да, это будет не так сложно, потому что ты будешь единственным админом. Ну, когда я это сделаю? А, до сегодня уже сразу. Если серьезно, короче, что, какое заявление-то у тебя? Да ничего особо серьезного нету. Там ты говорил то, что нужно 2 роли админские добавить, типа 2 ранга. Ну, в смысле, да. Я предложил новую наборную, и этот Юра сказал то, что будет новая донатная. Да, СТ-админ и зам-куратора, получается. Да, это вот, это 2 наборные роли, да. И какая-то донатная одна будет, да? Донатная админ, она будет между делюксом и этим модером, то есть выше модера, ниже делюкса. Все, понял. Это касаемо, получается, донат. Я думаю, катану переработать, но это в будущем как-нибудь. Чтобы она не в паке давалась, получается. Она же отдельно тоже продается. Да, чтобы она отдельно только продавалась без пака. Не было вот этих вот вариаций зимняя, летняя, осенняя, весенняя. А чтобы ее можно катана. Было, там, не знаю, при игре с этой катаной как-то прокачивать. О, ура, аниме Defenders. А у меня, кстати, есть какая-то модель киберкатаны. Я делал ее недавно. Там даже анимация осмотра есть. Вот. И катану, я думаю, бустануть скоростью этих ударов. А пока мы сидим на собрании администрации и обсуждаем дальнейшее продвижение сервака, какие-либо нововведения, исправления в правилах, я в этот момент узнаю то, что другому создателю второму, один из забаненных в ЧС проекта, задушнилого и читы, пишет по поводу разбана. На него и на остальной сквад подавали кучу жалоб по поводу того, что они, ну, очень душные, не дают нормально развиваться либо новичкам, либо просто задалбывают администрацию, и тем более кто-то из них постоянно хочет слить какого-нибудь админа из наборки. Ну вот по этой причине ему и назначили разбан ценой в 10 тысяч рублей. Да, не самые маленькие деньги, но это как минимум либо сделает первое. Его просто отобьет желание играть дальше на серваке, и он просто забьет на этот ЧС проекта и ливнет с него нахрен. Либо второе, он на такой оффер соглашается, его разбанивают, конечно же. Никто просто так деньги не заберет, он дальше продолжает играть на серваке, но под присмотром какого-нибудь администратора из наборки. И если вдруг какой-нибудь администратор снова заметит то, что он кого-то душит на жалобах и мешает играть, то он снова улетает в ЧС проекта. И возмущенные, не спешите возмущаться этой цене, никто насильно ни у кого эти деньги не забирает, ему просто назвали условия, грубо говоря, на которых он может спокойно выйти из разбана. Либо иди пиши амнистию, но вряд ли ее одобрят, судя по тому, что ты натворил. Но да ладно, продолжаем обсуждать какие-либо нововведения дальше. Добавят на днях или завтра уже менту вот этому, который со сканером ходит, взломы. Да, класс, я знаю, типа, то, что предлагали, короче, сделать 2 класса IQ милиционера, то, что один с этой с детектором, а другой с телефоном дудосера, да? Не, просто не 2 класса у него сразу. А, ну и... Не, ну, кстати, да. Имел бы смысл, типа, на чтобы дудосер, чтобы 2 дудосера, чисто вот 2 челика на слотах дудосера, сообща как-то работали между собой. В принципе, звучит интересно. Ладно, это проблема. Ну, все равно, вот если ты насчет этого говоришь, ты вообще тоже в другую крайность как-то пошел. Вот конкретно профессия взломщик. То получается, ее удаляем, да?
вообще? Да я не знаю даже, но если эти слоты будут на мафии? Да даже если слоты на мафии заняты, ее никто не берет. Она никому не всралась вообще. Давайте навскидку я сейчас запишу файл, что конкретно из багов. Именно за пивовара? Именно за пивовара, да. И не только за пивовара, может другие фармзафи. Знаете сейчас, кто пишет вообще еще? Кто? Липтон. Хочет из ЧС проекта, короче. Нет. Он говорит, я, конечно, понимаю, да, я сделал грязь, но я практически все время уделял, чтобы помочь, раздавал деньги, донат, много что я. Если у него деньги есть, минимум 8 косарей ему ставить. Ребят, пожалуйста, объясняю. У Липтона, во-первых, читы, во-вторых, он передавал свой софт своему другу Банану, там Банан. Я его вызвал на проверку, просто меня игнорил, аргументируя тем, что у него там рейд в Роблоксе. Ты о чем? Ну, я думаю, просто можно хоть дать пососать и все. Да просто напишите ему то, что здесь еще, если он купит, то просто он купит и просто забанит его потом. Не, просто забанить это уже будет не это некрасиво. Пусть еще раз нарушит. Просто слежку тогда устраивает, да, жесткую. Да, вот так же, как за ним приставили админа, пусть еще раз следит. Если он на чем-то вот он спалится, пусть админ, который следит, он, получается, что сделает? Он найдет нарушение с демкой, главное, мне пришлет демку, расскажет, напишет, а мы эти деньги с разбана, если он, конечно, разбанится, попилим между собой с тем, кто за ним наблюдает. А вот тут наши два дурачка спалились, как только я начал говорить о том, что мне пишет этот идиот в ЛСВК. Я, если даже в силе купить этот разбан, то все равно слежка будет. Ну да. Он что, сейчас тут с нами в беседе сидит? Нет. Ну, короче... Там, получается, раз в полгода проходит апелляция у них на форуме. И туда чуваки с ЧСМ проекта подают заявки на апелляцию. Там рассматривает высшая администрация, либо красная. Ну, красная администрация, это у них там основатели. А кто ему уже успел назвать ценник? Кто сказал вообще? Он сам написал про эти 10к, то что, типа, блядь, 10к в смысле. То есть ему уже кто-то сказал об этом? Кто ему сказал? У нас крот в составе, ребят. Всегда был. 100% тик. Полибас. Шарик, я тебе сейчас кое-что в личку напишу. Мне кажется, я понимаю, о чем ты, да? Я знаю, о чем. И а в личку-то мы тут сидим все. Квакер, включи, пожалуйста, демонстрацию или как-нибудь с телефона. Тут единственное подозрение будет исходить именно на тебя. Опять Квакер? Алло. Да. Квакер? Да, тут этот Квакер. Администратор, который с нами сидит, скорее всего, инфу ему сливает. Вот этот Квакер, который... О, блядь, мы не думали! Давай, алло, врубай демку. Просто... Вруби демку. А у него не пишется, что он с телефона, он зашел с компа же, нет? Нет. Давай, у тебя 4 минуты, максимум. Сообщение удалить можно вообще. Он сейчас этим занимается, скорее всего, так долго, поэтому не включай. Давай быстрее, врубай демку. Чем больше ты тянешь, тем хуже. Тем больше подозрений к тебе, Квакер. Он мне пишет, просите у него, откуда у него скрин не варик, спросите. Да просто включи демку, блядь. Если там ничего нету, то и все, блядь. Он говорит, сейчас попробую. Какой скрин у меня вопрос? Он, короче, Квакер пишет то, что ты ему Юра сказал. Ну чё? Юра, наверное, прочувствовал. Короче, Квакер пишет, он мне написал, что Юра разбан продает за 10к. Вот Липтон тебе написал? Квакер. Квакер включает демонстрацию телефона. Квакер, тебе Липтон написал, что Юра продает ему за 10 тысяч, да? Или кто тебе написал? Я вот просто не понимаю, раз все с ним нормально, в чем проблема демку врубить? Извиняюсь, прямо тут демку нельзя. Не, тут можно включить. Все, заходи в диалог в Дискорде с этим, с Липтоном. Потом в ВК. А какой Дискорд в ВК? Во, что там? Сейчас, а ну-ка. А ну-ка, ниже. Это выше. А ну! Сюда! Так, твои слова отстирают на лучшем. А можно с самого начала, как вы только начали с ним диалог сегодня? Я твою маму. Именно вот в данный момент. Нет, ты быстрее еще листай, мы же все успеваем читать. Стою на жалобе, тут это ниже. Так, а ну, подожди. Выше чуть-чуть. Я тебе скажу, когда стоп. Стоп, какао, он что там, блядь? Из ЧСП продает, понятно. А ну, ниже теперь. Ниже. Так, а ну, стоп.
Это только начало было, кстати, на... Она собрать, же собрать. Интересно, наверное, сначала за этим понаблюдать. А то он интересно так все узнал. Не, Юра ему об этом писал, да. Он мне сам как бы сказал. Я у него сейчас спросил, ты это, тебе писал челик по поводу разбана? Он говорит, да, я сказал 10к. Все, у меня собрание админское. О, началось уже так, давай. Что он точно не согласится на разбан за 10к? Не даст добро. На собрании Пиво сказал, всем привет, кого не видел. И молчит, все, молчит. Чуть-чуть ниже. А что это там за исключили из чата, окей, ладно, хорошо. Это дальше. Ты его исключил. Да. Пиво отходит, сосед, за норм предложения на собрание попросил на сервере доната больше добавить, так как у большинства сервера есть донат. Дальше, вот он что-то переписку скидывает. Раздал стиля, он с нами на собрании сидит, пиздит. Ого. Про обновление идеи разные выкидывает. Про меня слово хотя бы кто-то спизданул? Нет. Дальше. Скажи, АДМ... А ну-ка, дальше. Ну давай, я тебе пижу, говорю, давай дальше. Так, а вот, сказал, донат модерат... Да, блять, выше. У него лагает. Что ты боишься? Мы и так уже поняли, что... Это интернет. Мы и так уже поняли, что ты переписку сливаешь. Давай. Это интернет. Мне просто интересно сейчас у него одну спросить. Мы как бы уже давно за ним следим. Самое интересное... Вот, Шарик, можешь мут снять? О, Кэплайка вернулся. А, можете, пожалуйста, все ебало завалить, кроме высшей администрации и Артура? А ты что не написал, что я, например, вдохнул, выдохнул? Ты же вроде бы все тут сливаешь. Ну ладно, дальше. Ну дальше листай, а то что я тут сижу? Меня ну спалили. Давай, прием, дальше листай. Это, убирай клавиатуру, листай вниз. Давай, листай, либо ЧС проект. Ну ЧСА уже будет? Ну, нет, ЧСП. Как-то Аризоне, да? Да ебаный, ты что, жонглируешь телефоном? Ну стоп. Расскажи, хоть через 3 часа поменяют на время карту, обычно на демке покажешь мне, каким коем на собрание дает стиля. Добавят новый Deluxe Plus, вроде бы он показывает превью. Говорит что-то, говорит, что Юра пишет и все. Если братья же скажут, напишу, чтобы поиграть. Как я понял, не хочет поднимать тему про то, что они продают разбан. Схуяли не хочу, вот поднимаю. Я об этом в ролике сказал, то, что чел либо по апелляции выйдет, либо по платному разбану. Вы что, ебать там? Сейчас я отведу внимание, если что, сразу блокай меня, удаляй. Удаляй переписку, я ему написал. Типа, а за сколько ты бы мне продам? Не тяни кота за яйца. Понятно, пизды квакеру дают, я понял, дальше ниже. Тебе там шмонают, и тебе понял. Ты ему нахуя написал вопрос? Удаляй! Удали переписку! Быстро! Удалите! А сейчас вопрос к этому, к квакеру. Так, подожди. Квакер. У тебя случайно, ну вот мы знаем твоих друзей, как бы Black Star, Банан, вот это вот Липтон, Арка. А у тебя случайно нету переписки с Тацуми? Вот. Жалобы мне кидал. Ребят, у меня есть судьба, короче, по Арка. Он про бан писал. У тебя нет переписки с Тацуми, а этот квакер? И, ну и Делагур там, ясно, аниме 228, вот эти. Один вопрос, вас с Тацуми чем-то объединяет? Что ему там задает квакер? Делагур разве что и аниме 228. Вопрос был в том, что, сидел ли я с ним в войсе или про демки. Погодите, я сейчас немного скажу. Смотри, вопрос бы заключался в том, знал ли ты, играет ли Липтон с читами. Не про войсе и демки. Тогда тебе точный вопрос задать. А квакер, открывай переписку с Тацуми. Мне уже что-то даже самому интересно. Бля, пацаны, у меня походу Липтон в бутылку переместится. Я не знаю, кто это. Ну, на диалоге. Открой, просто посмотрим, есть у тебя Тацуми, нет? А вы просто по ключевым словам, которые вас интересуют, попросите вбить поиск сообщений. Арка сейчас с этим дружит, с Тацуми. Не, ну я пусть помню... меня сольет, я по нему градом ебу. Получается, квакер будет снят? Уже. Да, а что там у нас по привилегиям? По ролям, да роли. Все, ну, Money Department у него останется, поскольку он пустил? Нет, я его уже везде забанил и ЧСП выдал, все. А, да. Это ЧСП? Я вообще таких мразей не уважаю. Самое забавное, как мы подумали, что это квакер вообще было. То идею накинул золото просто, ребят. Нет, как мы квакера? Мы квакера еще 2 недели назад спалили, когда я со второго аккаунта зашел, и у меня был ник фанат квакера, и Липтон ко мне подошел, говорит... Осталось Тацуми выгнать нахуй, все будет тебе. Угу. Он заразу свою распространять перестанет, и все, сосать будет. Тацуми, да, Тацуми надо тоже в ЧСП внести, потому что я сижу, короче, в гостях, пиво пью. Этот мне
мне на WhatsApp на рабочий номер звонит и говорит, ты сосал Манзи, блядь. Не, ну тацами надо просто забанить, потому что и в DS, и везде, чтобы он эта хуйня не распространялась как говно. А что он сделал такого? Ну вот он тебе позвонил, а помимо этого, что такого было? Помимо этого, он очень много раз был в банах за душку, на него дохренича жалоб. Его вносили вроде бы в ЧСП уже, он выкупался или нет. Точно, что поправьте, вот. Это такой просто кадр, это... И это... Общается как быдло, обманывает высшую администрацию, да. Постоянно и всех душит, собирает компроматы, там что-то. У него же типа батя мертвый. Ну царствие ему небесное, меня это так касается. Не, это просто мразь, это используют для того, чтобы на пожалейку, блядь, вывести. Как Тацуми какому-то чуваку говорит, я твоего отца ебал. Он Пепе тогда, конфликт с Пепой был тогда, что... Он тогда хотел за 2.2 на Пепу прикинуть. Да. Но это мразота просто использует свою ворота не в тех ситуациях. Короче, надо Тацуми тоже в ЧСП занести. Я, да, некрасиво. Не-не-не, смотрите, такая сейчас делюга. Вылавливайте на серваке, короче, Тацуми. Пусть он заходит в Дискорд, включает демку, и вот этот, и айдишники его надо, короче, спалить всех аккаунтов через вот эту юзердату. Да, я могу, если что, достать, он как-то раньше со мной общался. Если он сейчас через арка все делает. К этому моменту в ЧС отлетело уже два человека. Один из них это наборный оператор, за то, что он сливает вот эти вот все переписки, информацию с админских собраний, какому-то челу, который вообще отлетел за читы и Душнилова. Второй, естественно, получил тоже ЧС проекта за читы и Душнилова, но осталось еще два идиота. Чтобы не занимать много времени, я просто информацию возможную, которую только нашел, предоставлю на скринах, поэтому, если что, стопайте, досмотрите. Ну а если вкратце, первый был очень душный, помимо того, что он отлетал уже в бан за Душнилова, он пытался обойти этот бан, создавая около 10 других аккаунтов. Еще он каким-то образом пытался точить зуб на наборку, пытаться как-то слить ее, собирать компроматы, что в принципе не особо у нас почитается. А вот со вторым все несколько сложнее. Ну вот взгляните, обычная рядовая жалоба от какого-то игрока на какого-то игрока. Все бы ничего, но от него поступает ну очень много жалоб по буквально всякой хуйне, как на админов, тем более на наборных, постоянно почти на наборных, так и на других игроков. Это буквально то, о чем я говорил пару выпусков назад. Люди из-за таких челиков буквально боятся пернуть не по регламенту, чтобы не получить затычку в жопу. Он, естественно, тоже отлетел в ЧС проекта, но он, наверное, единственный из тех, кто по одобрению вышки может получить разбан, чисто по амнистии, не платный разбан какой-то, а если он именно напишет развернуто то, что он осознал, что он действительно понял, что занимался хуйней. А вот остальные трое дебичи, они как были в ЧС проекта, так и останутся, потому что по просьбе куратора я решил уже их не разбан ни за платку, ни за амнистию, даже сколько бы они там томов не написали, как они раскаиваются. Потому что нахуй нужно на серваке три тела, одно из которых пытается всех слить с наборной админки, просто потому что ему что-то там не понравилось. Второй играет с читами, тоже пытается, не знаю, выжать игроков сервака, которые ему чем-то не понравились, и также раздает читы другим друзьям своим. Ну а третий просто натуральная крыса, которая прошел набор на админку и сидит там что-то своему другу читеру рассказывает втихую о том, что говорится на собрании, говорится ли о нем, показывает какие-то новые обновления, которые еще никто не знает, кроме наборки. Вы, наверное, думали, что этот ролик будет какая-нибудь 20-я часть проверки админов, но в этом нет никакой нужды, потому что этим всем теперь занимается наборка. Как видите, не так уж и плохо справляется. Я бы сказал, даже очень хорошо. 20-й выпуск, конечно, имеет место быть, но только тогда, когда будет какой-то прям особенный из ряда вон выходящий случай. Даже не связанный, например, с наборкой, потому что, как вы помните, в проверке админов участвовали не только наборные админы. Не понял. Стоять лицом к стене, лицом к стене, лицом к стене, лицом к стене. По какой причине? По причине того, что перед тобой труп был, и ты даже не заинтересовался насчет этого. Стой, милиционер. Лицом к стене, говорю, раз. Я в тебя выстрелю. Я выстрелю в тебя. Посмотрим сейчас. Да, попытался на меня напасть. У меня же варенье есть. Какого хрена у тебя из всего снаряжения только нож и пистолет, если ты СБГ? Давай посмотрим документы твои. Чего взяли? Ну, хорошо. Лицензия была выдана государству. Так, здравствуйте. Сейчас мы выясним. У меня в правом кармане есть.
подожди. Мэр, откройте, пожалуйста, важное дело. В общем, у стены стоять, у стены стоять. В общем, дело такое, выйдите, я вам объясню. Я залез, получается, на открытый балкончик возле мэрии, если видели, может быть, такой. Который еще ведет на крышу огромную, длинную. Я услышал, получается, звуки стрельбы. И, получается, смотрю, падает тело какого-то гражданина. И без всяких запросов, 911, там, без ничего. Просто поднимается этот сотрудник, спокойно минуя это тело, не обращая на него ни малейшего внимания. Я заинтересовался, потому что он меня заметил и начал почему-то, ну, пытаться скрыться от меня. Начинал скрываться, убежать куда-то. Вот он в итоге спустился, спрятался за трансформатором и пошел на улицу. Я у него смотрю, у него ни снаряжения нету никакого, которое дается отряду СБГ у нас в городе. У него есть снаряжение, только нож и пистолет, и то, которое не по регламенту. Смотрите, вот лицензию. Именно в правом кармане там. Мы уже смотрели, да, лицензия выдана государством, но почему у тебя нету твоего снаряжения регламентного? Мне не выдавали его. В смысле не выдавали? Каким образом тогда? Почему ты гуляешь по городу? Тебе его никто не обязан выдавать, ты должен его сам получать идти, как только ты прибываешь в участок. Сейчас я проверю. Его лицензия выдана государством, да, с этим все в порядке. Вы не собственноручно ему когда-то выдали. Он является, как бы, да, сотрудником, но при всем этом он не имеет никакого снаряжения, он закрывает глаза на произошедшее преступление, а возможно и сам он их совершает. Он без уставного снаряжения. Ну, вы представляете себе ДПСника без его спецоборудования какого-нибудь, которое позволяет скорость машины замерить, или же без рации, без табельного оружия. У него левый ствол какой-то, не уставной. Так, ну... Да, когда я пришел на службу, такое все уже было. Хорошо, раз он утверждает, что так все и было, давайте, пожалуйста, вызовем кого-нибудь из, получается, отряда. Я вот не пойму, а как это все было у тебя? Только нож и пистолет, как только ты заступил на службу. Если полицейскому в нашем городе выдаются как минимум наручники, которых у тебя нету. Средства для ареста выдаются. Когда я поступал на службу, ко мне какой-то странный с багажник подошел. Походу был пьяный, то есть не в себе. Он, наверное, на службу подошел только тогда. Вот, например, после тусовки. Я еще в тот момент хотел поступить на службу. И не прям давно. Не прям давно. Посмотрите, еще кто-нибудь есть из СБГ? Да, еще один. Ну, а вызовите его, пожалуйста, сюда. Он такой же, как он, штурмовик. Ну, вызовите его сюда. Раз он говорит, то, что им не выдают нормально, ему не выдали снаряжение, я хочу посмотреть на другого. Посмотрите, в правом кармане у меня там удостоверение специальное есть, вы можете посмотреть сюда. У тебя есть документы сотрудника полиции СБГ. Этого достаточно вполне, понимаешь? Они выданы государством, ну, ты хорошо, действительно, ладно, являешься сотрудником. Я насчет этого ничего не говорю. Меня беспокоит то, что ты без снаряжения ходишь вообще и не реагируешь на какого-то рандомного человека, который умер у тебя на глазах, скорее всего. Заходите. Здравствуйте, вы можете снаряжение ваше предоставить вообще, посмотреть просто? Что выдают вот в наши дни сотрудникам СБГ? Вы же с СБГ отряда? Ну да, только у меня вообще свое с собой, но так... Помимо своего, да, помимо своего, что у вас-то такое, ну, табельное, грубо говоря? Оружие, снаряжение, какие-то спецсредства? Спецсредства особо, ну, это все в ПУ надо брать. Я просто не заходил еще в ПУ, меня сразу вызвали в мэрию. А можно мы... Давайте я в ПУ сбегаю и спрошу. А, ну, да, только поскорее, пожалуйста, этим займитесь и приходите мне сразу сюда. А каким образом вы собрались контролировать территорию, если вы даже при себе никакого обмундирования не имеете, грубо говоря, кроме формы? Ну, я не знал, что надо иметь еще какое-то обмундирование. В смысле не знали? А каким образом вы вообще поступали на, грубо говоря, эту профессию? Как вы, ну, взялись за это дело? То есть я, например, почему-то знаю, то, что нужно при себе иметь наручники, нужно при себе иметь тазер, например, да? Чтобы на человека не кидаться с пистолетом. А вы почему-то этого не знаете, хотя у вас подразделение куда более элитное и серьезное, чем у нас. Да, предоставьте... Вот. Что именно? Так, получается... Ага. Если из основного оружия, то вот такой карабинчик или 47-й флетлайн. Если из пистолета, то там много чего. Mm-hmm. И щиты, флешки дают. Ага. И два бронежилета, один запасной, один со мной. Я понял. Так,
Ну да, таран, шокер, вот это вот все имеется, да. Слушайте, ну я думаю, насчет того, чтобы уволить его по причине того, что он халатно относится к своей должности. Как он говорит, он просто прогуливался, контролировал территорию, но при этом не имел при себе ничего из того, что может помочь полицейскому в случае чего. А только нож и пистолет, и то не табельные. Да не надо увольнять меня, пожалуйста. Какой у него именно пистолет? Какой у него именно пистолет? Мне очень плохо. П-228 и нож какой-то. Ну, вот вы можете сами его сейчас обыскать. Ну, я вам говорю, я не знал, что надо носить. Ну, в следующий раз будете знать, понимаете? Все, спасибо вам, я выйти хочу. Здравствуйте, дома есть кто-нибудь? Дело такое, мы маньяка только что обезвредили. Нам нужно просто, чтобы вы вышли и показания по поводу него дали. Просто без этого, ну, без понятых, дела у нас не будет против него. Выйдите, пожалуйста, мы побеседуем. Да? Слушай, убери оружие, ну. Убери, либо на предохранитель поставь. Ты людей пугаешь, ты в общаге находишься. Здравствуйте. Так, в общем, имя ваше, пожалуйста, полное. Угу, хорошо, Виктор, так и запишем. В общем, у вас в доме есть нелегал какой-нибудь? Нету, да? Ну, лицом к стене встаньте, пожалуйста. Мы в этом хотим убедиться. Может быть, вы его с собой носите. Обыщите его, пожалуйста. Ничего нету. Ничего нету, правильно? Ну, хорошо. А если, слушай, вот мы с тобой спор заключим такой. Если я вот сейчас дома, когда ты откроешь, найду у тебя что-нибудь интересное, то тогда ты получаешь двойной срок, максимальный. Но если ты сам признаешься в этом, мы тебе смягчим наказание. Ну, открывайте, есть манипринтер. А, хорошо, давай лицом к стене. Я тебя в наручники. Сначала дверь вот эту вот открой. Дверь открывай. Дверь открывай сначала. Вперед, проходим, проходим, проходим. Принтер уничтожь, куда ты пошел? Хорошо. Ты здесь зачем? Умыться или принтер уничтожить? Лицом к стене поворачиваемся. Итак, вы будете арестованы. Слышишь, тебе дубинка, на кой хрен, объясни мне, пожалуйста. Вы мне извините за этого коллегу, он какой-то, ну странновато в этот раз попался. Вы будете арестованы за хранение манипринтера. Нелегала у вас не было найдено. Дома вы находились в комендантский час. Вот, поэтому у вас будет срок минимальный. Все. Здравствуйте. А вот мне интересно, возле въезда в город остановитесь, пожалуйста. Возле въезда в город остановитесь, говорю, остановитесь. Возле въезда в город квартиру рейдят, а вы по детской площадке бегаете, целитесь с АВП. Куда, в кого целитесь, непонятно. Почему не работаем? Да вот, устал. Устали работать? Целился в АВП, я просто присматривался. А к чему присматривались-то? К чему присматривались? Как выглядит прицел у АВП? А, это вы вот этим были заняты вместо работы, да? Ладно, ладно, иду работать. Куда? Куда вы идете? Я... Стойте, стойте. Раз. Два. Ну, кто просил? На месте остаемся и не двигаемся. Отлично. Интересный вы человек. Вы можете, пожалуйста, посмотреть по поводу этого сотрудника, есть ли он в базе у нас числится, устроен ли он у нас? Нет, у вас есть любые? Нет, не дает документ. Ну, вы по фотографии вот просто поищите. Давайте сходства какие-нибудь посмотрим по фотографии. Мне как бы не трудно особо. Оп. Сейчас я передам вам фотографии. Он документы вам не хочет предъявлять, что ли? Он вам этот документы не хочет. Он испарился. Он просто испарился. А как он испарился? Как он испарился? Он ливнул просто, сервак. СТП забанить можно.
Да можно, конечно, можно, конечно. Ну, сейчас перезайдет. Я его логики немного не понимаю. Он сам указал на то, что мы якобы не доиграли РП-процесс и захотел его доиграть. Но как только пришел мэр, который может его проверить, он вливает. Ну, тогда получит по максималке за каждое нарушение. Почему нет? Все, у него 5 часов выходит за лиф. Пока зайти не сможет, сейчас его должны перебанить на 5,5 часов. Знаете, в чем прикол? На F у цыганской заточки попали, а у меня на F винт на коллаж. Лицом к стене оба. Оба лицом к стене. Лицом. Дурак какой-то. Лицом. Стоять лицом у стены. И за что меня убили? И за лицом к стене убили? Повернулся. Ты тоже стоишь, не двигаешься, иначе я тебя расстреляю. Ну давай, давай. Лицензия на оружие есть, неподчинение требованию ГОСа. Да, за очко свою расстреляю, пошел в жопу. В очко пошел, я тебе ничего не буду. Да ты молча, блядь, забегаешь. Неподчинение требованию ГОСа. Да, я чуть не убью, блядь. В очко иди. Я порезал. Просто я... Лиц на оружие есть. Хорошо, ебаная падаль, ты получаешь арест за неподчинение госсотруднику и за нелегальное оружие. Да иди в очко, я же тебе сказал, иди в очко. Тебе этого непонятно? Иди в очко. Чудовище. Ну... Алло? Да, пошел в жопу. Орд. А пару секунд, пожалуйста, подождите, у меня тут немножечко шумы в РЛ. А в общем-то, у меня вопросик такой, у вас лицензия на оружие имеется, правильно? Или нет? Я уворотливый. Хорошо, давайте я запрошу не вас. Не впервые. Мне интересно посмотреть вообще, кто тогда выдал. Сюда и оружием достает. Так, вам выдал Артем Крутой. 24.07 в 15.49. Ну, не так уж и давно. Она действительно, проблем с этим нету. А вообще этот человек к вам как-то причастен? Не причастен, хорошо. Вы не против, я у вас тут немножечко подлечусь. На этой ноте вы, наверное, сейчас будете свободны уже. Не вижу смысла вас как-то тут мурыжить просто так. Вы ничего особо не нарушили. Вы требования все мои выполнили, в отличие от того гидроцефала. Ну, как бы не смею вас задерживать. Всего доброго. На меня жалобу подали. На меня жалобу подали. Хотя странно, то что он ЖБ подает. Менты чертила, вот. Так. Кто там говорит про полицию плохие вещи? Пожалуйста, отзовитесь. Так, отойдите от двери, отойдите. Отойдите. Да, меня даже на лицензию не проверили, чтобы вы понимали, у меня лицензия. Я понял, понял, понял. Разберемся. Как он не вовремя туда сверлить начал, ну пипец просто, ребят. Стоп, его же забрали вроде бы на жалобу, да? А, чё такое, да? А, на чё? Ты сейчас нормально без ордера домой залетать? Чего? Без ордера домой залетать. А на что мне надо было брать ордер? Ну, чтобы ко мне домой зайти. То есть я должен игнорить преступление, да? Да. Тогда у меня будет нон-РП. Чё за бред? Это мой дом, какой, ну... А на твой дом никто не претендует. Я лично тебя обыскал, получается. Мне твой дом как бы в одном месте не уперся. Я увидел оружие, то, что вы держите. Я решил узнать вообще-то, удостовериться, есть ли у вас лицензия. Ты игнорил приказ, за что получил пулю, когда еще достал оружие на другого человека. Вот. Потом тебя обыскивали, ты начал игнорить все вопросы госов и оскорблять их. За что ты получил максимальный срок? Дальше продолжать? Я могу оскорблять его, конечно. Ты думаешь, мне что-то мешает тебя оскорбить? А, да, но НРП правило. Ты зачем себе намеренно увеличиваешь срок заключения? Ну, в общем-то, к чему претензия? То, что я тебя посмел обыскать, у тебя же дома? Потому что ты ко мне домой зашел вообще без ордера, ты понимаешь? Ну, это какой-то бред. Слушай, вот это бред какой-то. В плане каком бред? Я увидел оружие у человека, даже не у него. Я решил по-быстрому залететь, я дождался момента, пока что-то подозрительное произойдет, и только тогда я начал действовать. Я достал оружие, сказал, лицом к стене, встаньте, и все. Я никого не рейдил. Я хотел только обыскать двух этих человек. Имею право. Обыскал я одного, обыскал второго, вот это кто жалобу подал. Он стоит, меня оскорбляет, себе набивает больше срок этого ареста. Ты сам себе противоречишь. Чем я тебе противоречу, я не могу понять. Я тебе историю от и до рассказываю. 4,5 читай. Ага, ну и что там 4,5? Чтобы обыскать квартиру, я не могу без ордера зайти, это да. Но я же квартиру не обыскиваю. Я обыскиваю конкретно тебя и твоего друга, и все. Да это ты смешной, понимаешь, у тебя даже проповеди стояли, застройка под манипринтеры, я на них даже внимания никакого не обратил. А если бы обратил, я бы, наверное, да, обыскивал квартиру, а так я вас только двоих обыскал. Слушаешь. Какого хрена твой генерал на моем окне сидит?
Ну, предъяви ему ПРП за это. Чё ты сразу мне тут на жалобе это высказываешь? Это чё, мой подчиненный какой-то? Мой генерал? Я что, за него отвечаю? Каким боком я ему предъявлю? Ну, слушай, уже никаким, потому что ты в тюрьме сидишь. И, кстати, тебя после этого еще один срок ждет, если чё. Там небольшой срок. Ну, за оскорбление госов, получается, ты снова получишь срок. Написано в правиле. Вот ты как раз мне говорил 4-5 читай, но вот читать, походу, надо тебе, другалек, потому что там пишется, что обыск начинается с момента получения ордера на обыск или же приглашения. Я квартиру не обыскивал. Я обыскал только вас двоих. То, что вы там в квартире находились, ну, что поделать. Вот, я тогда жалобу закрываю. Здесь ничего такого не было. У него оскорбление госов было, я прекрасно помню его голос, потому что я с ним участвовал в РПшке, и он вообще-то отлетел уже за оскорбление госов один раз. Я тебя слушаю. Привет еще раз. Угу. Да, это, у тебя же провокация вышла. В чем? Ну, ты стоишь и так в наручниках, и так, дальше секунду. Набиваешь себе сроки. Уйдите, пожалуйста. Я могу. Туда. А ну, пойдем. Мешает. Спроси. Для меня, ты меня посадил, я могу тебе говорить что угодно. Тебя еще, понимаешь, не посадили. У тебя нормально просят по лицензии, там, по поводу лицухи ответить. Ты стоишь, оскорбляешь, игноришь РП процесс. Провокация это в чем? Чтобы тебе выдали куда наибольший срок. Ну, да нет, вроде. Ну как нет, вроде. Но провокация в итоге же тебе выдали больше срок, чем полагалось, правильно? Правильно. Ну так, смотри, провокация. Преследование, нарушение правил, рейд, обыск. Я просил тебя ответить по поводу лицензии. Ты стоишь, оскорбляешь меня. А на что я тебя провоцирую? Будет не провокация, но на РП... Это уже, понимаешь, как тебе удобнее, потому что это в любом случае нелогично. Почему? Ну, потому что это нелогично. В чем проблема? Почему я... Как ты хочешь, чтобы я реагировал на то, что ты меня убил? Ну, нет, не все окей, не так на это реагировать, понимаешь? А так то, что тебя просят, тебе приказывают по поводу лицензии ответить. Ты уходишь от диалога, оскорбляешь просто. А что же меня посадить и все? Чего? Что тебе мешает меня просто посадить? Просто посадить. Че такое? Ну, ты писал перебанить. Че, кого за что? А, да я писал... Ну да, его на 5 часов, на 5,5 часов надо перебанить залив эфир РП. Там может моего имени добавить. Как бы я перебанил? Просто перебанить, да, окей. А, да, потому что я ему выдал на 2 часа, у меня больше модерка не дает. Но ты его сейчас разбанил, перебаню, а этого за что ты крепишь? Разбанивай, зачем его? Не, разбанивать его не нужно, просто перебанить ему, срок увеличить и все. Слушай, я не могу по-другому реагировать на то, что ты сделал. Не могу. Корректирую поведение, значит. Чё мне, тебе сигму показать, может, надо какую, было? Какую сигму? Что ты несешь? Бред какой-то. Тебя просто объясняю то, что тебя ставят лицом к стене. Ты с оружием в руках игноришь и уходишь. Получаешь за это пулю, поскольку ты вооруженный человек, который не реагирует на приказ. И ты этому удивляешься. Тебя возрождают, ставят лицом к стене в наручниках ты уже. Ты мне давал приказ чего? Лицом к стене, приказ кстати, убрать ты оружие. Дал? Ты не подчинялся этому приказу. Касаемо лицензии стал, отвечать, надо нормально меня себя вести, а не стоять просто оскорблениями, сыпать, горланить. Ты понимаешь это или нет? Ты дальше себе просто это, только палки в колеса я берешь, же не могу ставишь. Никак по-другому реагировать на это. Хорошо. Тогда это будет нон-РП и все. В чем нон-РП-то? Я тебе уже объяснил, ты себе намеренно стоишь и набиваешь дальше срок наказания. 15 вы-то и все, и не парься, сидишь спокойно. Тебе уже говорят отвечать по делу под угрозой оружием. Ты что, этого не понимаешь? Нет, ты мне не давал таких приказов. Я не пойму, у тебя с когнитивными функциями может быть плохо, что тебе нужно, ну, все объяснять, или как? Тебе нет, стоит человек с оружием в руках, ставит он тебе его просто колбу и говорит отвечать по делу, касаемо лицензии, еще чего-то. Ты стоишь, дальше орешь на него. Так, а что мне мешает-то орать? Но НРП правило. А ну, вот твое мнение. Я не пойму, ты, прикалываешься, может быть, или как? Может, прикалываюсь. Я тебя забанить не могу, потому что, у меня прива не позволяет. Была бы у меня прива выше, я бы тебя выдал. Я тебя забаню, мне просто, я же говорю, мне надо просто, знать. Что точно? Я тебя, как админ, который с этим разбирается, прошу себя забанить, потому что я, этого сделать не могу, ты понимаешь это или нет? Ебать, наконец-таки, просто пиздец. Просто пить.
Да, да, покривляй меня еще. Если он будет в камере кричать, тогда да, но фактически это не считается нарушением. Он и в камере все кричит, ты понимаешь? Банят, ты и... знаешь это все сначала, в что происходило? В камере я тем более могу. Ты всю ситуацию знаешь или нет? Я про ту, когда ты его крепил у стены. А ее ты полностью тоже знаешь, или ты, может быть, видел ее? Ну, мне просто интересно. Ну, я про тот момент. Ну, а ты про тот момент, хорошо. Я достаю, я увидел у человека оружие. Я залетаю в квартиру, говорю, лицом к стене встань. Он с оружием уходит от меня спокойно, типа, ну, может быть, не услышал, окей. Стоит у окна. Я вижу вооруженного человека, который не подчиняется и игнорит мои требования. Я его расстреливаю, туда залетает СБГ и реса этого, и все. Подносят его в наручниках. Я ему говорю, насчет лицензии, то, что у него на оружие есть лицензия, он игнорит эти вопросы и вместо них просто сыпет оскорбления. Подожди, тут друг, нету нарушения. Давай, блядь, почему человек ведет себя как свинья, блядь, после этого и во время этого, и в тюрьме сидя, провоцируя госов? Можешь, какого хуя здесь не будет нарушения? Ну и в чем проблема? Ну тут будет на НРП или провокация? Потому что я просил человека 15 минут себя выдать, он этого до сих пор не сделал. Провокация тут скорее типа. А в чем? Можешь? Если он в тюрьме кричит. Так, ну а зачем ты уже в тюрьме кричишь снова? Мне просто кто-то сказал из оперов, или не помню кто, сказал, что в тюрьме ты можешь спокойно кричать, ты и так в тюрьме же. Какая ему? Ну а ничего, что тебе могут еще там срок отдать. Нет. Я ему штраф выписал за неадекватное поведение в тюрьме. Ты думаешь, в тюрьме дают за это срок дальше? За это же просто бьют там. Вполне могут. Да, ну, вот, либо побьют, либо посадят могут. Еще раз. Да, только для чего это делать, если ты знаешь, что за это ответственность будет какая-то. Ну, то есть арест, штраф, типа, для чего на себя навлекать проблемы? Это можно решить РП. Так, блять, с тобой решали в РП формате, ты стоишь, просто спамишь оскорблениями. Ты нормальный, нет? Мы сейчас про то, что в тюрьме. Ты меня начал там палкой бить. Да, в качестве перевоспитания. Он буквально кричит и провоцирует на то, чтобы его избили или пересадили. Это провокация, так и называется. Не, Валер, смотри, не в том-то... Что ты еще ждешь? Я вообще ничего не провоцировал. Ну, то, что они палкой смогут побить, и все, я даже ждал. Провокация к действию, опять же. Отбить палкой или пересадят, там уж кто как захочет. Ты в итоге сам сказал, то, что ты провоцировал не для этого, а для другого. И ты себе все это время не выдавал наказание. И ты интересный. Сейчас, секунду. Нет, ты же мне хотел нон-РП сначала выдать. А так бы, если я выдал нон-РП, это было бы неправильное наказание. Так я тебе до этого говорил про провокацию. Ты ни с тем, ни с другим не был согласен. Ты просто не выдавал себе. Нет, типа, я хочу до конца разобраться. А нахуй ты время тратишь, когда сидишь? Я до всей этой хуйни, пока он не начал 2-3 раза подряд просто полицию провоцировать оскорблениями, я на это просто глаза закрыл и решил это в РП урегулировать. А ему пуху, он сидит дальше там оскорбляет что-то. Ну какого хуя? Он себя забанил только тогда, когда пришел админ выше, который имеет на него влияние. Ну так администрацию выше нужно слушаться обязательно. А подожди, но... Админ ниже, если... Обязательно служится. Я понимаю, но админ ниже что, служится. Не имеет никакого права на мнение? То есть его мнение не учитывает он или имеет как? Имеет просто потом жалобу подавать так же. Ну вот смотри, я претензии имею касаемо 6.9. Я ему все это время говорил себе выдать наказание. На сколько там, на 15 минут или что-то такое. Он сидел, ждал, не выдавал себе наказание до тех пор, пока вышка не пришла. Типа так каждую жалобу на них разбирать или что? Ведет себя как быдло в РП он, подает жалобу на то, что ему там не понравился якобы обыск квартиры. Я это решаю в РП и только потом решаю ему сказать, то, что у него нарушение того-то. А обиделся я, а на что я обиделся? Какое-то супер критичное нарушение он не сделал, поэтому я не думаю, то, что нужно его прям в крайность загонять, то, что один из двух выговоров и два из трех предупреждений, либо ты сюда шагнешь и улетишь, либо ты сюда шагнешь и улетишь так же. Пропишу ему, получается... Третий привет. Чтобы вам было понятнее, как у нас работает система наказаний для донатки, я вам проиллюстрирую, наверное, на экране вы сейчас у себя увидите. Понятно.